Седьмая встреча секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ состоялась в Москве. На форуме обсудили актуальные вопросы, такие как нейтрализация угроз от иностранных боевиков и недопущение их перемещения через территорию стран СНГ, а также вопросы кибербезопасности, химических и биологических угроз, а также ситуацию в Афганистане. Помощник президента Казахстана, секретарь Совета безопасности Калмуханбет Касымов отметил необходимость совместных действий в контексте развития ситуации в Сирии и Афганистане, растущего влияния ряда религиозно-экстремистских и террористических организаций. На полях форума Касымов провел двусторонние встречи с секретарями Совета безопасности Беларуси, Афганистана, Узбекистана и Армении. Они обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной безопасности и подписали ряд документов о взаимодействии.